уличная техника – это вот блиц-портрет. Люди проходят, тебе нужно обязательно 5 минут, пока ты набросок делаешь, поговорить, что-то с него вытащить. Характер, образ, не то, что фотографическое сходство. Это настроение показать. Ничем не отличается то, что на улице или внутри, если человек относится серьезно к этому, то он должен и серьезно подходить в любом месте. Уличная техника, она очень интересна, потому что за 30-40 минут тебе надо показать. Если в цвете работаешь, то цветовые решения надо показать. Это нужно очень быстро. Ну, хорошая практика это. Техника пастели, ею редко кто работает, потому что она сложная. Ее нигде не преподают, не обучают, и ты должен в этом ковыряться годами. И чем больше ты углубляешься, тем больше ты понимаешь, что безграничны его возможности. Просто я увидел, что Леотар, вот этот француз, сделал шоколадницу. Она сейчас находится в Дрезденской галерее. Думаю, кто-то же сделал, надо попробовать. И вот так вот 29 лет техника пастели. Если, конечно, быстрые зарисовки или наброски делать сложно, особенно в движении человека поймать. Если не знаешь технику и не изучил анатомию человека. Уловить важно настроение человека. Но вот если, допустим, 3 часа, 4 часа рисовать человека, он же устает, у него настроение меняется, а ты его все молюешь сидишь. Поэтому важно быстро сделать. 40-50 минут, желательно 30. И шаржи делаем, и черно-белые портреты, и в цвете. Все зависит от натуры, как его в цвете делать или черно-белый делать. С такой целью, чтобы чуть-чуть приобщить людей к искусству, чтобы у нас тоже был хотя бы маленький кусочек Арбата. Вот это открытие Бон-Арта, вот этот магазин, который способствует там некоторой связи художников, в том числе и молодежи. Во-первых, это немного так стимулирует и является толчком к стимуляции. А без этого, без стимуляции, без какого-то внутреннего так горения, желания, ничего не получается. Если клиент доволен, я вообще не устаю. Надо всегда делать так, чтобы клиент был доволен. И тебе самому это выгодно. Почему? То есть все равно ты час времени тратишь. Так же? Так лучше делать свою работу хорошо,